Алёхина ли Цузамен. Это вот я прорылась на чердак. Такой вот огромный. Это я свет сюда вот залазила, ставила. Потому что здесь темно было, и здесь ходили монстры. Ну, как монстры ходили? Здесь спавнера не было, но так как темно было, поэтому здесь ходили эти нежити всякие. Ну, немного их тут, пару штук отспавнилось, я их убила. Ну, в общем, ну, вот сейчас я слышу, кто-то ходит. Но, скорее всего, кто-то ходит на улице. Это я все поубирала. Вот, как видите, здесь загородку убрала. Эти сундуки нельзя отсюда убрать, потому что это лутовые. И они здесь будут всегда. Так, сюда дверь поставила, немножечко изменила. Кто здесь топает? Кажется, посмотрела все вокруг. Был один крипер. Вот там, вот видите, одна крыша осталась. Это я разобрала дальний свой склад с железом и углем. Железа было 64 блока. Класс. Надо еще позабирать. По-моему, здесь еще два у меня. Кто топает? Скорее всего, на улице. В общем, здесь у меня... А, фу, ты испугалась. Думала, это стоит этот самый скелет. И вот здесь вот я все поубирала. Ну вот, слышите? Кто-то топает, но на моей мини-карте ничего не видно. Я уже пробовала там изменять всякие настройки, тереберы, восстанавливать, чтобы всех живущих показывала. Ни черта он мне не показывает. Да где? Да я окна попробивала и сделала вот таким вот образом. Потому что, так как здесь стояли столы и стулья, и у меня очень много вот этих вот было люков, и я сделала такие люки, чтобы в разные стороны смотреть, и паук, я надеюсь, здесь не пролезет, потому что все-таки это занято уже. Так, где кто топает? Может, по крыше у меня ходит? Да нет, только внизу вот топает. Ну ладно, пойдем. Чуть что это... Где кто топает? Вот он. Здравствуй. Сейчас он будет взрываться и меня убьет. Потому что меня, наверное, вряд ли хватит. Во-первых, я не умею убивать криперов. Крипер, крипер, крипер. Блин! Не поняла. Ой. Все назад стало. Видите, должно было все это убраться, но так как я установила, чтобы не было повреждений от взрывов, не люблю я это дело, вот оно восстановилось все опять так, как должно быть. А по идее здесь должна была быть дырка. Так, в общем, я здесь походила... Что, опять ночь? Я походила, здесь все пособирала лут, значит, навела порядок в домике немножечко. Монстры были только у меня на чердаке, и то потому, что там было темно. А так тишина. Ну, приходит, конечно, ночь уже. Товарищи, хотя здесь очень хорошо все освещено. Итак, будем делать все по порядку. Я... А, да, давайте я зайду в дом, чтобы... Конечно, пошла не с той стороны заходить в дом. Ой, блин. Значит, за время вашего отсутствия, где я побыла? Я перешла вот на эту сторону, переплыла. Значит, здесь вот эту вот фигню нашла и нашла деревню. Обычная деревня, тайга, ну почему-то тайги вот здесь два, совсем два квадратных метра. На этой лодочке вообще ни черта нету, просто лодочка. И есть упавший метеорит. В этом упавшем метеорите я нашла, естественно, сундук в середине самом, но этот метеорит, этот сундук был по кругу выложен вот угольными блоками. Столько угольных блоков я насобирала. Это еще не все, так как еще угольные блоки рассыпаны по площади. Но база была вот... Ну, вот здесь я, наверное, где-то 9, это меньше, чем 9, это я собрала чисто по площади, а все остальное это из ядра, из самой середины насобирала. Также там вот цинк нашла, никель нашла, ну, железо это я насобирала в моих складах. Вот такая вот красотень, и будем сейчас работать чисто по квестам. Вот я на квестах что-то насобирала уже.
Деловая. Так, здесь у меня не было наград. Вот здесь что я сделала? Слиток сжатого железа. Не поняла. Так я же его... Подождите, я же его уже сделала. Он же у меня вот написано, что уже сделаны квест этот, да? А, нет наград. Ну, и пошли бы лесом. Влевы. Так, вот этот андезитовый сплав я знаю, как делается. Так, дальше. Ага, вот здесь я что-то натворила, да? Чего я натворила? А, ну да, конечно. Значит... Так я же сделала. А, забрать надо. Кусочек опыта, Лена. Забери и не дури голову. Знаешь, на что нажимать, что ли? Так, здесь. А, ну сжатое железо тоже я получила чисто. О, руководство. Чисто найдя его. Так, смотрим. Руководство. Здравствуйте. Почему? А, в пневматику. То, что взрывать надо, да? Сжатое железо. Базовые концепции. Так, ни черта не переведено. Базовый материал. Ага, ага. Вот как его взрывать надо. Понятно. Положить железо. То есть установить этот самый ТНТ. Поставить рычаг и взорвать. Зашибись. Значит, надо сделать такую дырочку, чтобы со мной не взорвалось. Понятно. Вот это написали, а вот в барокамере предоставьте хотя бы 2 бара давления. Да как-то вот так вот легче. Ну, в общем, ясно, пока что это руководство автора издания, да? Так, это сюда пока что. Так, сейчас мне нужна книжка, нужна. Но книжку я не могу пока создать. У меня, так, что у меня там... я собирала этот, как его называют, тростник. Вот точно собирала, было дело. А кожа? Да, кожа есть, потому что я коров на том берегу надолбала, надоила. Так, идем спать. Здесь, кажется, ничего нет. Так, значит, сейчас надо за тростником и тростник. Вот здесь может быть... О, здесь круг какой-то. Но вот я вот не вижу, чтобы... Хотя, как он будет здесь виден, да? Но все равно, все равно... сейчас вот сюда и пройдемся бережком. Блин, надо бы мне, наверное... А, меч есть, сделал. Все, эту фигню. Сюда, сюда, книжку тоже отсюда. Значит, идем... Сюда. Здесь такой... О, здрасте! Слушайте, у меня здесь не было этого сундука. У меня не было сундука. Здравствуй, сундук. Ну, конечно, я все забираю. Вот это оставлю. А, стоп. Вот это оставлю. Доделывать надо здесь, заложить все это надо. У меня не было сундука, я очень печалилась по этому поводу. Давайте. Так, штанишки есть. Мне бы кофточку еще, но кофточку мне никто не дал. Труба под давлением. Хорошо. Ой, штанишки, починка. Починку надо снять. И одеть на что-то. Твердость брони, сопротивление отбрасывания. Ладно, с этим потом. Сейчас идем искать. Вот, тростник вижу. Мне нужно сделать книжки, все эти руководства. Потому что я в технических модах 0. И мне надо срочно. Так. Вырос. Сейчас мы все пособираем. Может мне еще песка насобирать?
все. Где это я сейчас? Угу. Сходить к этому. О, кораблик еще есть, да? Пригодится. Вылазь давай. Ага. Вылазь давай, там тебе сейчас съедят. Ага. О! На прочность. Да, еще морская трава тоже надо. Итак. Это сюда, это. Интересно, мужик, можно тебя... Нет, что-то так... А, ну да, все правильно, там я вот забрала. Можно ли тебя... Ты куда полез? Можно ли тебя забрать ко мне в город? На берег сбежал. Гад! Так, смотрим. Ну, это этот берег, понятно. Ничего интересного. Ну, хорошо, смотрим в море Якияни, ничего больше нет. Построек. Ничего нет, да? Хорошо. Все, идем домой. Ух, какая я голодная. Ой. Мой тростник. Лен, Лена. Нашла тростник. Кожа. Мне надо две каких-то книги тут еще по этим сделать. Давайте сначала эти одну сделаем хотя бы. Вверху так. Это и это должно получиться. Вот. Итак, новости обновления, ресурсы, конструкции, инструменты, да. Простые машины, сортировщик, поворотный стол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это есть, вот это мне надо, воздушный компрессор. Где-то что у меня уже есть? Ага, собрала. Ну, давайте. Это все, да? Сейчас нужно делать андезитовый сплав. Андезитовый сплав, блин, делается он как-то легче. Цинковый слиток. Цинковая руда. Глубинного сланца 3 получается. Из этого. Да, между прочим, и здесь изменены, наверное, эти самые рецепты. Если я переплавляю рудное железо, либо вот рудную медь, то получаю не слитки, а вот эти кусочки железа. И не 9 из одного, а такое рандомное количество. Поэтому у меня сейчас только вот кусочки эти дурацкие железа. То есть вот не получается слитков вот так вот. И мне надо их собирать. Это, конечно, немножечко напрягает.
должно было получиться уже три, ну не три слитка, ой, не, не три стака, но один стак у меня должен быть, потому что у меня один стак было железной руды, я насобирала в моем хранилище, но получила всего ничего. Вот у меня было сколько тут, три слитка, вот 33. Хреновато, короче, половин. Значит, мне надо вот этот андезитовый сплав. Как-то андезит и цинковый слиток. Как-то было это легко сделать. Цинковая руда. Андезит. Андезита у меня нет. Так, где покопаться? Короче, я пошла искать никель. Сейчас я посплю и пойду на эту сторону. Вот здесь, ой, не никель, а андезит, вот на эту сторону. И потом встретимся. Пошла я спать. Хотя посплю здесь. Раз, два, три, четыре. Ну, кажется, нормально. У меня тут подвисла игра, пришлось отключить запись. В общем, я сходила на покапушки. Сходила достаточно далеко. То есть я перешла вот на этот берег, пошла вот сюда. Здесь у меня точка берег вот стоит. Потом... Так, это конец моих покапушек. А я нашла целую выработку андезита. То есть очень много. Где это вот? Сейчас включу. Вот здесь вот зашла я вот, нет, вот это или здесь, здесь, по-моему, здесь, нет, здесь зашла я, то есть я прошла, здесь были камень-камень, а потом спустилась сюда, и здесь столько андезита, просто вот целая пещера андезита, и я как пошла гулять по этим пещерам. В общем, я дошла до сюда, вот, то есть даже открыла. Смотрите, какую офигенную деревню. О, еще одна деревня. А вот это что такое? Желтый песок какой-то. Хорошо. В общем, здесь у меня какая-то еще огромная деревня. Я сюда еще не ходила. Я только по низу прошлась, так как карта у меня никак не хочет показывать мне пещеры. Поэтому пришлось пару раз там подраться. Ну, все фигня, все замечательно. В общем, я понаходила вот сколько всяких сокровищ. Вот это, и вот это, и вот это я нашла. И вот это, по-моему, в этих самых... Изумруды тоже. В таких кувшинчиках там стоят вместе со скелетами. Ну, это фигня. Так. Значит, сейчас андезит. Андезита я набрала. Не только это, но целую. Сейчас мы эти камни все растусуем нафиг. Всякой херни тут понабирала. Это что? За... А зола у меня откуда? Вот это все я... Даже один брылик нашла. Шопственно. Сама и нашла. Так. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Все, все остальное. Вот это что такое? Селитра. Но она, по-моему, не переплавляется. Это тоже не переплавляется. Все остальное, наверное, надо будет переплавить, да? Рудный никель, сера... Цинк. Кому глина? Так, глину я тоже нашла. Вот какой-то желтый камень виридиум. Но его можно создать, просто камень покрасить в зеленый цвет, как оказалось. Так, значит, алюминий, свинец. А, это у меня стак. Я думаю, что это он не стакается. Сюда, 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 сюда. Вот так классно сходила. Так, так. Старинное чернило тоже не знаю зачем. И сейчас будем делать... Так, это сюда. Это сюда. Картофанчик. Будем делать... Это ластер. Пробовать во всяком случае андезит. Так, берем андезит мы. А есть, ну вот есть вот так. Берем
Нет, нет, вот здесь он у тебя, вот он. Блин, как-то ж можно было его соединить и без... Что? Ну совсем никак, что ли? Ну, кусочки понятны. Угу. Латунный слиток духовой печи. Короче, только в барокамере, да? Барокамера – это стенки, интерфейс, стекло. Хорошо. Укрепленные кирпичи. Блин, я вас сейчас поубиваю нафиг. Как там укреплен? А, вот. Слиток сжатого железа. Сжатое железо взрывом. Так, хорошо. Я вас умоляю, да? Так, сжатое железо взрывом. У меня есть сжатое железо? Это что? Активатор с баннером? Я тоже. Слиток сжатого железа. Значит. Песок и порох. Селитра, сера, древесный уголь. Порох, да? Давайте сюда. И что? Деловая такая, да? У меня только два этого. Ну ладно, я пускай пока так будет. Итак. Пороха 8. Взрыв. Макаронный. Ой, 5 надо было. А, ну хорошо, я сделаю один динамит. Так. Сейчас мне нужен еще раз камень. Рычаг. Железо. Железо. У меня нового. Блин, с этими кусочками их. И с ними вместе. Вот. Так как у меня взрывом ничего не испортится, я сейчас на площади это дело и взорву, да? Значит, динамит ставим. Надеюсь, дождь у меня не преграда. Мое железо. Нету. 37 слитков железа пропали. А нет, вот. Так, Лена. Так, 31 было, 40. 40 слитков железа, 31 у меня остался, да? Ясно, потеря, значит, есть. От взрыва
остается дырка. Ясно. Так. Короче, понятно. Ну что? Вот, камень надо. Сейчас мне нужен метёсу пойдём. Итак, мне нужны вот эти укреплённые кирпичи. Пока что так. Укреплённые кирпичи. Стенку просто 8. Что там еще надо? Подождите. Ладно, надо еще делать. Смотрите. 4, 5, 6, 7. Так, пока что все. Так. Сейчас это, блин, барокамера. Где я ее видела? Вот. Значит, мне надо стенка барокамерная, да? Это только используется. Я поняла. Сколько мне его надо, этой барокамерной? 16 штук это. Я поняла. Это я. Ладно, по-другому никак. Что? А, стекло. Стекла у меня нет. А, да, у меня так, песок. Черт! С этими... Так, хорошо. Что я... Вот этот андезитовый сплав, да? Потом... Парокамерный клапан. Сжатое железо, труба с давлением. Хорошо. Труба с давлением. А это что? Активатор спальни, резерская ядра. Надо было вынести мне это все дело. Но я не знаю как. Ладно, клапан. Хорошо. Буду так. Воронка и стенки. Воронка. Нет ни того, ни другого. Так, для дома, для семьи. Чёрт, нет, не... Нет. Ну ладно. О, ко мне гости. Мужики, не сегодня, хорошо? Давайте... Надеюсь, ты не в доме ходишь. Иди сюда. Ты где? Мужчина! Блин. Ну где ты? Пойти дать по голове, что ли? Ходят тут всякие. Так, сбил. А, воронка. Воронка. Железо отсутствует. О, блин, сейчас с железом будет напряженка.
4. Мне надо 5, да? Так. Все хреновато, железа нет. Кирка у меня еще есть. Итак. Вон, вижу железо. Видите, целый стак, 64 железа. Так. Кусочки. 4 кусочка, 3 кусочка. Ага, 3. Так, хорошо, надо мне сделать вот это вот. Тут 4 кусочка получается. 4 кусочка. Ну, это чисто для этого. Так, надо вот эту печку сделать. Блин, на нее надо 5 тоже. Но зато на нее потом 5 этих идет. А что, надо чисто какое-то гладкое все? Ага. Так, ну хорошо. Сейчас я... А там у меня еще... Вон стоит. Потом. Так, сделать... А не где у меня? Я нашла еще одну ж деревню, да? Вот. Надо сходить в эту деревню и посмотреть... Вот еще. Так. Сейчас идем в деревню. Потому что я не хочу тратить железо. Такое, блин, дорогое нынче.